Всем привет, ребят. Ну что, как я и говорил, изменю немножко условия конкурсов. У вас должно быть, ну, вы видели, наверное, прошлый розыгрыш, парень репостнул сразу же только один видос, и получилось так, что 10-й вылетел. Вот поэтому, как бы, я знаю, что многие давным-давно играют, и для того, чтобы такого не было, у вас должно будет быть минимум как 15 видосов, так как я видосы выпускаю за неделю, там в среднем где-то около 25, то есть 15 у вас должно быть, это по сути половина, это как минимум. Чем больше, конечно же, лучше, потому что, скажем так, ваши шансы возрастают, потому что под каждым видосом может быть рандомно выпустить любой видос. Но если у вас нету минимума хотя бы, то я выберу другого человека, который делает больше для того, чтобы выиграть. Это, в принципе, логично и будет, думаю, справедливо, потому что многие репостят там один-два раза и все. А у вас нет ограничения по времени, то есть у вас от и до за неделю у вас есть, можете там каждый день, можете там через 2 дня делать все полностью. Это как бы не влияет, но у вас должно быть это сделано и предыдущие все условия. Вот так вот. Так, мы сегодня на Китайке. И что здесь интересного? Меня улыбнули вот такие вот акции сегодня. Ну, это как обычно, вы можете огника получить на трату. Так, вот рынок. Продают немерено уже сундуков. Ну, относительно немерено. Продают неплохо. Камешки, как видите, надо будет, наверное, позабирать, докачать здесь смотрителей. Сейчас я гляну, что у меня тут делается. А, у меня они тут максимальные уже. Уже не надо, скажем так. Но самое интересное сейчас будет внизу. Самое интересное будет вот здесь. Уже начали продавать, ребят, 300 осколков. Ни 2, ни 100, там, ни 50, ни 200, уже 300. 30 топовых эмблем 8 левела. Сразу же скин и по 1000 книг и этих слизнячков. В принципе, взял один пак, получил на халяву, по сути, розу. Собрал 1,5 огника и скин. С 10 сумок я уже показывал. Можно запросто собрать розу без всяких там напрягов. В общем, вот так вот улыбнуло это все, конечно. Сейчас посмотрим, что тут делается еще по акциям. Так, что тут в хрустальном? Вот тоже, смотрите, хрустальный сундучок. Ледяха, трифит. Ну, в общем, можешь сразу добраться за один раз и забрать, опять же, топовые плюшечки. Так, ну давайте бесплатно так ним. Плюс 5. А ну что тут за награда, интересно? Ну, неплохо тоже. Охника можно собрать и все остальное. Отлично. Отличненько. Так, хорошо, с этим разобрались. Куча акций. Еще не хватает только этого. Так, что тут у меня? Я не бегал. Я позаснимал вам, так и не бегал. Забил, так и до сих пор на 50-м месте. Да. Видимо, сложно без доном тут. Так, ну-ка, ради интереса сейчас соберем, побегаем хоть кем-то. Интересно, на какое место поднимемся в топе. Сейчас он у нас нафиг сольет всех. В общем, вот этот интересный смотритель, можно его проходить, я уже показывал. Довольно-таки неплохо. Смотрите, как хорошо идет. По 60к. Вот Рино неплохо смотрится. Сам себя хилит, получается. Что еще надо? Вот, поэтому по поводу конкурса я вам внес ясность, чтобы вы в курсе были, что надо делать. Еженедельные конкурсы никто не отменял, они идут. К
каждые выходные выбираю победителя. Участвуют все сервера, там Android, US, русский, Китайка, AS, там единый сервер для всех. Поэтому, ребят, все в ваших руках. Там многих вечно бомбит, почему не я, и купи мне. Так не бывает, ребят. Рандом конкурсы все в одинаковых условиях. Так, ладно. Сколько мы там набили, я не знаю. Возможно, нам даже не засчитало. Сейчас посмотрим. Да, не засчитало за то, что мы вышли. Вот так вот. Жестоко они с нами. 4-4. Что-то маловато как-то. А, так. В архе еще один день. Окей, поехали быстренько пройдем битву гильдий. Посмотрим, что тут у нас по БГ. -6, 82, 53, 53. Обидно, наверное, им было. Так, что тут у нас? О, у нас сегодня топовые гильдии. 620. Еще по 600. Отлично. Значит, поехали. Так, какой там у меня составчик. Делаем аналогично всегда. Вот если вы хотите там топов пройти, вы донатный игрок. 3-4 стандартные героя берете, любая раста падает. Вне зависимости от прокачек. Так, Лазуля собран. Ворожей. Спинафиг. Так, тут ставим место. Панча ставим. Вот так. Ищем Дарвоньку. Так, желудок требует пищи. Так, а что-то у меня за Ронин такой печальный. Где мой Роня? А, вот он. Ну, вот этим Ронином побегаем. Так, окей, отлично, поехали. Посмотрим на топов. Где там моя гильдия? Вот она, еле-еле нахожу. Так, 624. Супер. Супер-супер. Мне нравятся такие расты. Реально. Очень помогают в прохождении битвы. По сути, мы сегодня должны набить новый топ наш. Так, отлично, первый готов. 500 500. Так, тут 3 по 600. Сколько у них праздники, мне вот интересно. Уже надоело халявничать. На халяву набиваем очки. 50-й в топе с первого дня, я еще дальше не бегаю, как-то странно. Они вообще на Китае, походу, бухают пару месяцев, что ли. Да, хотелось бы уже какого-то трешечка на этом серваке. Они все никак не могут отпраздновать. Даже музычка закончилась на этой позитивной ноте. Вот так вот, ребятушки, печально все на китайке. Но акции радуют. Вот это единственное, что радует здесь, это акции.
6800, ближе к 7К уже неплохо. Сели, как видите. Ты никуда не денешься, 50К разрыва. Даже эти еще могут догнать. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, выполняйте условия. И будет вам счастье. Всем удачи, всем пока.